Привет всем! Сегодня у нас 23 марта, и хочу показать, какие на данный момент уже есть всходы цветов. Сеяли и петунию, и гвоздику, в общем, и флоксы. Что-то прям очень хорошо всходит, что-то нет. Давайте посмотрим. Вот такие вот всходы флоксов. Такая упаковка, я сейчас покажу тоже, вот она. То есть семян было много и практически, наверное, близко к 100% всхожести. Это очень много зашло. Здесь вот тоже это флоксы. И в ящике, вот здесь в краешку тоже они посажены, но почему-то вот в ящике хуже взошли. А вот в этих двух коробушках очень хорошо взошли флоксы. Дальше покажу вам. Из своих семян сеяли анютины глазки. И вот такие вот всходы анютиных глазок. Здесь грунт в большей части свой, поэтому, вот видите, он начал покрываться такой какой-то белым таким налетом. Ну, ничего страшного, как бы анютиным глазкам вроде бы это даже не помеха. Хорошо вот так всходят они. Вот их надо сеять раньше, чтобы они, соответственно, зацвели пораньше. Ну, посмотрим, как дальше будут они расти. Петунии сеяли вот таких вот двух сортов. Белая петуния, вот она была посеяна в этой коробочке, хорошо всходит, продолжает она вот так вот быть накрытой. Сейчас я покажу такие вот всходы. Такая вот маленькая петуния, но зашла в принципе довольно хорошо. С одной стороны вот получше, с другой похуже, но ничего, этого количества хватит за глаза просто. Ну, здесь с этой стороны она так немножко как бы остается приоткрытой. А другая петуния, верность, вот несколько семечек, вот здесь она была посеяна, начали наклевываться, но как-то дальше процесс не идет, пока всходов нет. Гвоздика вот такая вот шабо была посеяна вот здесь вот, но пока вообще ни одного растения не взошло. Может быть, семена такие не очень хорошие, а может быть, просто она долго всходит, не знаю. Первый раз ее сеем, но пока вот нулевой пока результат. Начинают всходить астры. Пленку я пока убирать не буду. Надо будет туда вставить зубочистки, чтобы именно там было пространство такое воздушное. Потому что пока они такие маленькие, именно всходы, ну, им нужна вот такая влажная среда. Вот такой вот сорт астр, гигантские башни. Семян довольно много было, и, соответственно, это смесь окрасок и цветок такой вот пионовидной формы. Красивые, высокие, 70 сантиметров именно у них рост. Ну, вот, в принципе, семена хорошие, всходы тоже. Поэтому вот такие вот результаты на уже, получается, конец марта. В принципе, даже если гвоздика не взойдет, тут флоксов зашло очень много, астр, поэтому, в принципе, все нормально. Всем теплой весны, счастья, здоровья. Подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости. Всем пока-пока.